Ну что, друзья, мы рады вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Сегодня рано утром в одной из больниц города Москвы обратился за медицинской помощью известный российский киноактер Антон Михайленко. Оказывается, днем ранее он находился у себя на даче в Подмосковье и упал с дерева в тот момент, когда собирал сливы. Вроде бы ничего, но под утро его начали мучать сильные боли в области позвоночника. Оказывается, актера уже госпитализировали в больницу. Сколько он проведет в больнице, пока что неизвестно. Мы знаем только то, что уже отменены все его съемки, которые были запланированы. Ждем подробностей от родственников Антона Михайленко. Подпишитесь, друзья, на наш канал. Только так вы сможете узнать всю правду того, что же на самом деле происходит в российском шоу-бизнесе. Давайте поддержим Антона Михайленко, будем надеяться на то, что вскоре он выздоровеет и будет радовать нас своими выступлениями. Спасибо вам, друзья, за ваши просмотры. До скорой встречи на нашем YouTube-канале.